Здравствуй, Тимур. Ты кто такая? Я друг твоего отца, и мы вместе работали, он очень много рассказывал о тебе. Неужели он вспоминал обо мне? Это ты дала мне наводку на Азора? Да. Откуда ты узнала? Это не важно, считай это жестом доброй воли. Для чего? Нам нужны такие люди, как ты. Убийцы? Профессионалы. Твоего отца было незаконченное дело, и только ты сможешь его завершить. Это ваши проблемы. Разговор окончен. Ты не хочешь узнать, что случилось с Ахмедом на самом деле? Я знаю, что с ним случилось. Нет, он не единственный был причастен к этому. Ты все узнаешь, но только услуга за услугу. Ты согласен?